Государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов вручил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков. В зале Дворца Республики собрались люди разных профессий. Врачи, преподаватели, ученые, работники промышленности и строительной сферы, сотрудники таможенных органов, творческая интеллигенция. Как отметил премьер, символично, что в Международный день защиты детей награды получают и соцработники. Также объявлены благодарности президента за досрочное введение в эксплуатацию Республиканского центра позитронно-эмиссионной томографии. Там проводят радиодиагностику онкологических, неврологических и кардиологических заболеваний. В числе награжденных и большая группа ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Новолукомле стартовал второй этап международных учений силовиков СНГ. После официального открытия участники маневров возложили цветы к обелиску воинам Великой Отечественной. Напомним, первый этап маневров финишировал несколько дней назад. Он проходил на территории сразу 5 стран – России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси. Тогда спецслужбы пресекли компьютерные атаки условного противника, не позволив злоумышленникам дестабилизировать работу важнейших промышленных предприятий и транспортных узлов. Сегодня начинается активная фаза. По легенде, экстремисты, захватившие Лукомольскую ГРЭС, попытаются взорвать электростанцию. В День защиты детей в Беларуси проходят благотворительные акции, марафоны и культурные мероприятия. Около сотни детей-сирот и малышей с нарушением слуха сегодня смогли побывать в одном из столичных аквапарков. Здесь, в Центре олимпийской подготовки по фристайлу, 1 июня школьников со всей страны встречают уже второй год подряд. Сегодня посещение бесплатное, а в течение всего года дети из спецшкол могут посещать аквапарк с 50% скидкой.